Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Вот я сделал кондуктор для зачистки гнезд и проушин. Вот, посмотрите. То есть взял две планки ровные и скрепил между собой. И вот видите, как раз тут получается вот уступ. Это для чего сделано? Чтобы вот берем, допустим, нашу заготовку. Вот предварительно просверлили отверстие, чтобы удобно было сделать нашу проушину. Теперь мы берем, прикладываем и зачищаем. То есть вот стамеска. Так вот направляем. И стамеска идет ровно под 90 градусов. Так, вот с помощью струбцины мы прикрепили наш кондуктор к нашей заготовке. Теперь все это вставим в тиски. Вставили. Все, теперь он надежно закреплен. Берем стамеску. И вот направляем на нашу проушину. Как раз вот благодаря нашему кондуктору мы зачистим ровно наше гнездо или проушину. Ну, в данном случае я вот делаю проушину и начинаем подчищать. Так, я, конечно, снимать подробно не буду, а то вот видите, у меня тут все дребезжит, потому что камера стоит на верстаке. Надо ее как-то вот придумать, куда-нибудь закрепить, чтобы не было вибраций. И зачищаем нашу проушину. В этом видео В следующем видео я как раз расскажу, что это была за заготовка, для чего я как раз делаю эту проушину. Так, вот второй вариант, как зачищать нашу проушину. Можно, в принципе, обойтись без тисков. То есть берем какую-нибудь подкладную доску, сверху ставим нашу заготовку с кондуктора и с помощью струбцины все это крепим к нашему верстаку. Вот, все проушено, и берем нашу стамеску и зачищаем.